Hello, everybody. Hong Gia Vietnam, Hong Gia International, Risa American, and anywhere. I am say hi and consideration people learning Hong Gia Vietnam. Welcome you go in the family Hong Gia Vietnam, Risa American, many, you know, Sydney, Italy, France. I say hi. Everybody learning Hong Gia family. Thank you very much. Здравствуйте. Сегодня у нас будет передача о том, что такое Hong Gia. Я хочу вас познакомить с этим направлением и немножко рассказать о тех техниках, которые оно преподает. Hong Gia очень обширная, очень объемная. И на сегодняшний день многие даже не имеют вообще представления о том, что внутри него входит. Я сейчас хочу немножко об этом познакомить. Hong Gia появилась где-то 2000 лет назад. Мы преподаем эту технику, начиная с того, как она была принята в 16 веке. В то время данное направление стало очень знаменитым, благодаря тому, что император Китая обратил внимание на монастырь Ло Фушоу и обратился к монахам для того, чтобы они подготовили телохранителей. Император Китая увлекся этим направлением и взял его на вооружение. И поэтому некоторые монахи стали приближенными императора Китая. Сегодня это направление стало всемирно известным благодаря популяризации его грандмастеру Ли Хонтай, который в 2000 году посетил нашу республику, Республику Беларусь, и мы стали популяризировать данное направление по постсоветскому пространству. Внутри Hong Gia Vietnam существует несколько направлений, которые мы преподаем в первую очередь. Это кунг-фу. Внутри кунг-фу мы преподаем технику пяти зверей. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон. Звери – это понимание пяти первоэлементов – земля, огонь, вода, металл, дерево. Работа через пять элементов или через пять зверей – это практически один раздел, который является главенствующим внутри техники кунг-фу. Внутри направления кунг-фу изучается специальная техника, которая называется нойконг. Нойконг – это техника, которая долгие годы находилась в секретном состоянии, и монахи не передавали эту технику никому. Больше в мире известно такое направление, как Найгун. Найгун, Найконг – это практически одно и то же. Самое главное, чтобы вы понимали, что Найконг – это техника, которая позволяет совершенствовать не только мышечный корсет, но и работу с внутренней энергией. Нойконг переводится как техника по управлению внутренней энергией человека. Это специальные упражнения, это целый раздел, это целая наука, которая имеет много модификаций, много различных определенных нюансов. И благодаря этому человек, занимающийся этой практикой, укрепляет тело, формирует мышечный корсет, работает с дыхательной системой и гармонизирует энергосистему. Это считается самый важный раздел внутри Hong Gia. Нойконг является визитной карточкой Hong Gia. Это 36 упражнений, которые разбиты по блокам, по темам. Самое важное является первых четыре, как генералы всех остальных. И практически, если утрировать, то можно первые четыре преподавать хоть всю жизнь, не изучая там 20-е, 30-е, тем более. Многие люди занимаются по 15-20 лет и не изучая 25-е, 32-е и так далее на конг. Первые четыре считаются самым важным, самым интересным, и мы об этом будем очень говорить в другой передаче. Сегодня у нас экскурс по темам, и я хочу, чтобы вы имели представление о том, что в принципе преподается внутри Hong Gia. Кунг-фу. Внутри кунг-фу 5 элементов, 5 зверей. Нойконг. Нойконг – система упражнений. Когда вы изучаете нойконг и поднимаетесь на уровень выше,
Уровни определяются кунг-фу поясовой системой. Первый пояс является черный. Черный пояс вручается ученику при посещении первого даже занятия. Если вы считаете, что вы хотите остаться в школе, то мастер без экзамена вручает вам черный пояс как форму одежды. И вы начинаете программу обучения. Программа обучения разбита на 13 классов. Каждый класс имеет определенное время обучения. Черные пояса – это по 6 месяцев, полгода. И через 6 месяцев вы сдаете экзамен на черный пояс 1 кап, черный пояс через 6 месяцев 2 кап, 3 кап и потом синий пояс. Синий пояс – это уже помощник инструктора, молодой инструктор, он может вести занятия даже без мастера. И потом идет программа синих поясов. Это техника более высокого уровня, и каждый синий пояс дается через год-два. Синий пояс, 1 кап, 2 кап, 3 кап и красный пояс. Красный пояс – это мастер кунг-фу. Красный пояс, ну, ориентировочно, чтобы было представление о сочетании с другими техниками, это как в карате черный пояс. Красный пояс – первый дан, второй дан, третий дан. Каждый красный пояс, здесь нет времени, сколько готовиться. Это может быть 3 года, 5 лет, некоторые 10 лет. Это все зависит уже от ваших желаний и темы, которые вы преподаете, уровня и многих других составляющих. И после красного 3, самый высокий уровень, это белый пояс. Внутри белых поясов нету данов. Но среди всех белых поясов выделяется 3 самых старших мастера. Это белый пояс Луна, Солнце и Звезда. Среди всех белых поясов глава школы – это золотой или желтый пояс Грандмастер. Это иерархия, которая внутри школы как система образования. В каждом классе определенная программа, и таким образом вы двигаетесь по классам и изучаете полную школу определенным образом. О том, как работает эта система, как дышать, как стоять, как делать, это будет у нас другой раздел. Сегодня я повторяюсь опять, что мы просто изучаем, я пытаюсь вам рассказать о программах, которые находятся внутри Хонгира. Кунг-фу. Первый раздел, с чего начинается. Второй раздел называется Вучи. Вучи имеет 3 подраздела. Система упражнений Чи-Конг. Чи-Конг – это как бы в кунг-фу Ной-Конг, но немножко совершенно в другой плоскости преподавания. Ной-Конг более жесткая, более мощная. Чи-Конг более расслабляющая, легкая. Это система упражнений через расслабление. Если в Ной-Конг основная цель – это работа с мышечным корсетом и с дыханием, то в Чи-Конг работа с сухожилиями, связками. А там, где у нас сухожилия, там у нас суставы. То есть это суставная гимнастика и дыхательная. То есть Ной-Конг – это как бы мышечная гимнастика с дыханием, а Чи-Конг – суставная гимнастика с дыханием. Можно сказать, что это 2 основных слона, которые преподаются внутри Хонгира. И большинство людей, которые приходят для здоровья, для души и чуть-чуть позаниматься, они преподают на занятиях, изучают только Ной-Конг и только Чи-Конг, и это достаточно. Система Чи-Конг очень объемная, обширная, и в ней существуют целые блоки даже по заболеваниям или проблемам, которые люди приходят. Например, если у вас проблемы там с суставами, или там с сердцем, или зрением, или вы хотите сбавить вес, то для этого существуют определенные комплекты упражнений, которые можно выполнять, и у вас получается, вы приобретаете эффект и оздоравливаетесь. Чем хорошо то, что мы преподаем, имеет вековые традиции. Представьте, что 16 века эта программа. То есть они уже опробованы временем. И таким образом подобраны, и так они грамотно поставлены, что за минимальное время они дают эффект. В раздел Вучи входят 3 подраздела, как я сказал. Чи-Конг,
Второй раз сделал тайчи. Тайчи, ну, если я пытаюсь объяснить образно и более проще, чтобы было понятно, это как комплексы, как соединение несколько движений в одном танце. Это зрительно, как бы. На самом деле это глубокая внутренняя работа. И если углубиться в то, какая цель стоит при изучении тайчи, то это работа на уровне сознания. То есть зрительно кажется, что мастер двигается и выполняет какие-то па, делает какие-то движения, танцует. На самом деле он работает с связками, с дыханием. И самое главное, он работает на уровне сознания. То есть одна из основных целей этой практики – осознанность. Если углубиться еще дальше, то все техники, которые мы преподаем, они не направлены на работу с мышечным корсетом, как, например, фитнес. Это техники, которые, благодаря которым мы приобретаем осознанность и начинаем контролировать и управлять своим мозгом. Это очень высокий уровень. Мы коснемся этого раздела на отдельном уроке, и я объясню, как это работает, и обязательно буду рассказывать о том, как достигнуть этого результата. И третий раздел – это вучи. Чикон, тайчи, вучи. Вучи – это более высокий уровень, чем тайчи. И если сказать образно, то тайчи работают как бы в одной плоскости, ну, скажем, параллельно земле, то вучи работают сразу в нескольких плоскостях и параллельно и перпендикулярно. То есть вы как бы двигаетесь сразу в двух направлениях. И самое важное – это углубление на уровне еще более глубоком, то есть не работа на уровне сознания своего, а на уровне сознания оппонента. То есть вы можете так расширяться, что охватывать и управлять сознанием партнера. Вучи очень высокий уровень, и на сегодняшний день считается, что достигнуть вучи, ну, теоретически очень сложно, потому что человек должен параллельно заниматься и другими техниками внутри хонгия, что на сегодняшний день очень сложно, так как люди имеют мало свободного времени и недостаточно уделяют внимания именно с этих техникам, которые мы преподаем. Вы еще должны определенное количество времени находиться в уединении, в медитации, в совершенствовании с собой. Сегодня мир до такой степени имеет большую скорость, рутинность, много вопросов. И человек не может или даже не хочет как-то уйти от современного мира и, скажем, на неделю отделиться от всего, от решения и заниматься только своим развитием с точки зрения совершенствования сознания. Вучи это подразумевает. Если сказать образно, то это в большей степени занимались в монастыре монахи. Они занимались медитацией, дыхательной практикой, совершенствованием не просто тела, а духа. Поэтому вучи считается более высокого уровня, чем кунг-фу. Кунг-фу, вучи. Третий раздел, который мы преподаем, называется нгами. Нгами переводится «красивая бровь». Эта техника была разработана для женщин. Техника, которая изучается в виде танцевальных движений. Очень красивая па, движение бедрами, хореография. То есть, с одной стороны, кажется, что мастер просто двигается под музыку, и у него красивые пластичные движения. На самом деле, это глубокая внутренняя работа. Обратите внимание, кунг-фу, вучи, нгами. Если сказать, что вучи – это вода, то нгами – это огонь. Это движение – взрыв.
огонь. Поэтому нагами более сложно по технике выполнения, чем в учи. Если в учи работа на уровне сознания и совершенствования мозга, то нагами на уровне сердца. Это любовь. Все понимают слово «любовь», но многие имеют в виду совершенно свое. Для кого-то любовь – это любовь к партнеру, у кого-то к детям. А объемно захватить вообще понятие любви – это и есть нгами. Практика показала, что начинающим очень сложно понять нгами, поэтому мы практически всегда начинаем это изучение, когда ученик приходит уже на уровень синего пояса. Нгами имеет очень много разделов для женщин. Это определенные оздоровительные практики. Это техники самообороны, когда женщина не обладает такой мышечной массой и не может так за себя постоять, как, например, мужчина более высокий, мощный. То есть, условно говоря, опять же, я привожу пример для того, чтобы вы более понятно разбирались в наших направлениях. Если на улице к вам подходит мужчина 2 метра, а вы 1,50 м, женщина худенькая, то, применяя нгами, вы можете победить. Это несложно, потому что в данной технике вы не используете мышечный корсет, вы не используете силу рук или ног, вы используете технику, хореографию. Правильные движения, правильные определенные сочетания, связок. И самое важное, что мало кто преподает, но это является ключом, это управление партнером через сердце. То есть вы как будто бы растворяетесь и захватываете его для того, чтобы победить. На самом деле вы не ставите задачу победить. Я говорю, как будто бы победить. Вы отдаете ему свою любовь. То есть, я сейчас приведу пример, как объясняется в классах кунг-фу нгами. Нанося удар партнеру, передайте ему любовь через свою руку. То есть, вы не просто наносите удар, чтобы его как-то атаковать, или разрушить, или повредить, вы касанием изменяете его сознание. Это очень высокий уровень. Вы как бы передаете ему свое сердце. Здесь работа на уровне мозга, на уровне мысли, на уровне сердца в комплекте. Поэтому это более высокий уровень, чем в учи. Хотя нельзя сказать, что выше учи, нгами, они практически на одном уровне находятся. Но как я объясняю, вы видите, что техники очень высокого уровня. Здесь не просто физика, блоки, удары, перемещения. Здесь везде идет работа на уровне сознания. Кунг-фу, вучи, нгами, пахуан. Многие слышали, например, багуа джан и других подобных направлениях, очень знаменитых, очень известных китайских техниках. У нас тоже есть такое же направление, которое называется пахуа. И мы его преподаем так, как было принято в 16 веке. Уникальность хонгье заключается в том, что мы сохранили технику, которая была в 16 веке. Все, что сегодня преподается в мире, это техника 20-21 века. Конечно, есть сохраненная информация, и многие мастера преподают то, что было в 19-18. Я, конечно, образно говорю, но я отвечаю за то, что мы преподаем. И гарантирую, что наши техники исключительно сохранены канонически, так как было в 16 веке, и поэтому они имеют вековую традицию. Так вот, техника пахуа – это техника земли. Основная цель – понимание сил.
Если, например, кунг-фу – это техника пяти элементов – земля, огонь, вода, металл, дерево – пять состояний, то пахуа – это восемь сил. Пять – восемь. Вучи – инь-янь – два. Нгами – инь-янь – два. Нгами, вучи – это как две стороны одной медали – вода, огонь. Их даже можно соединить. Мастер может демонстрировать вучи тайчи и потом переходить на нгами. То есть нгами, вучи – это как комплект. А пакуа – оно как отдельно стоящее, которое мы обладаем и которое мы можем управлять. Опять же скажу образно, потому что для этого нужна демонстрация. И мы когда-нибудь вам покажем вживую, сегодня как лекция. Вы можете на уровне сознания управлять дождем. Вы можете силой мысли поднять волны. Это пахуа. Конечно, хореография простая и очень понятная. И многие практически видели ее в кино. И многие, конечно, видели ее, когда находились в Китае. Самое главное, не внешнее, не то, как делает мастер рукой или ногой, а то, что происходит внутри. Это работа с энергосистемой. Когда соединяются энергетические центры в одно целое, когда вы начинаете управлять этой энергией изнутри и можете расширяться и выходить наружу, это настоящая кунг-фу пахуа. Так же, как и предыдущий раздел, это боевое искусство. Я хочу сконцентрировать внимание, что каждый раздел имеет несколько направлений. Это и боевое искусство, и оздоровительная практика, и совершенствование сознания, о том, что я сегодня пытаюсь преподнести, потому что многие это не понимают. Это просто суставная дыхательная гимнастика. Это философия. Каждый раздел – это как целый институт. Кстати, поэтому и сложность изучения Хонгье в полном объеме, потому что каждый из разделов занимает, ну, как минимум 5-10 лет. Поэтому некоторые останавливаются на каком-то одном направлении, которое более ближе, более уютно и более для них как-то сегодня востребовано и необходимо. Кунг-фу, хонгья, вучи, нгами, пахуа. Следующий раздел – сини. Сини – это боевое искусство, придуманное людьми. Это не техника, как предыдущие наблюдения за природными какими-то эффектами или зверями, то, что нас окружает. Эта техника была создана как боевое искусство, как техника телохранителей. В XVI веке, когда император Китая обратился к монахам монастыря Лафушонге, существовало данное направление, монахи соединили все свои практики и создали направление, которое являлось быстрым, эффективным оружием, чтобы можно было, долго не разговаривая, не рассуждая, бой заканчивается в течение 15-20 секунд. Это сини. Данная техника очень эффективна, очень проста, и мы ее преподаем уже на очень высоком уровне, когда вы уже достигаете красного пояса, как минимум. Внутри хонгье существует всемирно известный на сегодняшний день винчунь. Все видели фильмы с участием Брюс Ли. Многие знают, что раньше Брюс Ли изучал винчунь у Ипмана. Сейчас много фильмов про мастера Ипмана. Но то, что преподается внутри хонгье винчунь, это техника 16 века.
Это более древняя техника винчунь, которая вы видите в кино и в телевидении, и то, что общепринято сегодня винчунь. Уникальность винчунь хонгье очень большая, потому что это было сохранено то, что было изначально. И когда вы присутствуете в классе хонгья винчунь, вы очень будете удивлены. Ни в коем случае нельзя говорить, какая техника лучше. Все техники хороши. Все техники прекрасны. Все зависит от уровня мастера, сколько он занимается практикой, сколько он уделяет внимание своему кунг-фу. Кунг-фу хонгья, где основным разделом является мной конг, пять зверей. Вучи, тайчи, чиконг и самоучи. Нгами, женское кунг-фу, техника бедер. Пахуа, техника земли. На земле 8 сил. Винчунь. И следующий раздел. Одна из интереснейших техник, которая преподается во многих школах. И ее называют по-разному. Чаще ее называют техника медитации. В этом разделе большое внимание уделяется дыхательной практике. Как дышать? Какие виды дыхания? Какие разновидности? Потому что дыхание – это ключ к управлению энергией. Тело, сознание, между ними дыхание. Это ключ, связывающий тело с дыханием. Тело, дыхание, сознание. Для того, чтобы заниматься сознанием, для того, чтобы стать осознанным, для того, чтобы видеть шире, понимать, ощущать и быть более совершенным, необходимо заниматься телом, но ключом является дыхание. Поэтому дыхательные практики являются главенствующими. Самый простой пример. Перекрыли дыхание. Минута-две, и вы умираете. Поэтому этот раздел самый важный. И самое простое и интересное, что мы преподаем, это практики позволяют без физической нагрузки, никакие не выполняя движения, никакие работы на уровне мышечного и сухожильного, но мы можем, сидя, занимаясь дыхательным упражнением, заниматься оздоровлением, диагностикой, совершенствованием, и получать эффект такой же, как при занятии, например, фитнесом. Я образно говорю, естественно, одно другого не заменяет. Фитнес идет, кардионагрузка, силовая нагрузка. Это нельзя соединить с тем, что вы сидите, занимаетесь медитацией. Но все зависит от того, кто пришел и кому это надо. Если человек пожилого возраста, если человек больной, если человек уже не может заниматься бегом или какими-то другими спортивными секциями, он начнет с медитации, начнет с дыхательной практики, потом встанет, перейдет к чхонгам, потом перейдет к нойгонгам, потом займется хореографией и восстановлением. Поэтому техника хонгье объемна и обширно, и может затрагивать любую категорию населения, любой уровень здоровья, любой пол. Дети у нас занимаются от 4 лет. И люди любого возраста до бесконечности. Если вам 100 лет, вы тоже можете заниматься. Вы можете заниматься этим как боевым искусством. Вы можете заниматься как оздоровительной практикой. Вы можете заниматься как совершенствованием сознания. Поэтому хонгье на сегодняшний день очень уникально и очень интересно. И даже на сегодняшний день мы преподаем хонгье как фитнес. Многим нужен просто фитнес. Под музыку, боевые движения, большая скорость, кардионагрузка. Такая категория населения тоже есть, которым не нужно никаких там
медитации, дыхании. Вот он пришел, ему нужна физуха, боевое искусство, под музыку, соединение связок, мешок. Это очень хорошо. Поэтому современный мир дополняет сегодня еще внутри хонгия современными техниками, например, фитнес-хонгия. Об каждом направлении, которое я сейчас называл, мы будем рассказывать отдельно. Сегодня экскурс. И в каждом направлении есть определенные ключи. Ключи – это такие нюансы, которые дают результат. Быстрые, эффективные. Например, вы можете заниматься каким-то упражнением 10 лет и никакого эффекта. А можете применить какой-то ключик, и это упражнение дает быстрый эффект. То есть тело имеет ключи, которые позволяют достигнуть быстрого результата. Поэтому хонгия называют еще техника ключей. Все, кто занимаются на занятиях хонгия, практически через 3-6 месяцев получают оздоровительный эффект, меняется, приобретает определенные результаты, даже оздоровление за 3-6 месяцев. То есть это говорит о том, что техника быстро дает эффективный результат. Не 10 лет, не когда-нибудь вам покажут какой-то секрет Востока, а с первого занятия. И этим уникальна хонгия. Мы преподаем с первого занятия секреты фиковых традиций. Это тоже уникальность нашего направления. Я хотел, чтобы вы ознакомились с направлениями, которые мы будем преподавать вам на данном канале. И хотим, чтобы вы занимались этой техникой. Или хотя бы познакомились. И сегодня у нас было занятие с этой целью. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего хорошего, успехов, счастья, радости. Мы всегда с вами. Спасибо. Thank you very much for Master Zhenya. He have the school in the Minsk. Thank you, Master Zhenya.